Очень современная школа, новый подход. Что для ребенка очень важно, это комфорт. Дети должны хотеть прийти в школу, им должно нравиться пойти в школу, где чисто, красиво, да, где учитель их встречает с улыбкой. У них очень много друзей. Такое ощущение, что они вот одна сплоченная семья. Вот с первого дня они пришли в класс, познакомились, их учитель собрал. Такое ощущение, что они всегда были вместе, всегда с первого класса. Очень большой акцент идет на обучение иностранных языков. Такие предметы, как труд, пение и так далее, у них происходит на английском языке. Эта программа называется IPC. То есть они что-то делают руками, и одновременно им учитель говорит на английском языке. Таким образом они изучают иностранный язык. Также здесь национальная программа и кембриджская. То есть если наши дети захотят учиться где-то в Европе, это им будет большой бонус. После выполнения домашних заданий у них есть клубы. Допустим, моя дочь очень хорошо танцует, она с удовольствием принимает участие в танцевальных программах. Шахматы, поделки руками, очень много интересного для детей. Это школа, это семья наша, это наши учителя, новый коллектив, дети, родители. Все дружно, все очень хорошо.